Итак, всем привет, с вами Гантриус, и сразу же продолжаю даже снимать Тайроча. Мы остановились на том моменте, что мы скрафтили, собственно, научную машину, измерительные температуры, и все. Мы сегодня хотим скрафтить в этой серии научную машину, да. Так что мы отправимся за валунами, а они у нас вот здесь обитают и вот здесь. Что ж, давайте еще раз посмотрим, что нам нужно. Нам нужно 5 кусков золота, каменные блоки и еще 2 доски. Давайте сразу же скрафтим 2 доски. Так, окей. Что нам еще нужно? Так, 2 каменные блоки. Так, каменные блоки. Так, камни. Как вы помните, нас знатно напали эти волки и поцарапали нас немножечко. Так, ладно. Отправляем все туда. Так, и, наверное, выбросим, наверное. Уже топор надо скрафтить, кстати, новый. Да. Собственно, вот мы и здесь, мы на этом месте, и снова опять загадочная след животного. Окей, давайте добывать. Отлично, самородок есть, камушки. Отлично. Так, это значит что? Мы можем скрафтить уже измеритель температуры. Так, еще 4 самородка. Окей, продолжаем искать наши валуны. А вон, собственно, они. Ну, давайте восстановим для начала рассудок наш. Соберем немножечко листвы. Потому что у нас что-то мало. Ого! Дверь Максвелла. Хм. Я такого что-то не припомню. Что у нас здесь забыло? Не знаю. Давайте активируем. Дорога приключений. Вы собираетесь схватить длинный и сложный путь. Поиск Максвелла. Вам нужно будет выжить в 5 играх в мирах, каждая из которых случайно... Так, случилось, мы вернемся к этому, но передайте здесь прогресс, приключения. Нет, нам это, к сожалению, не нужно. Мы не будем рисковать свои шкуры, чтобы просто так сдохнуть, как вы знаете, потому что я нубик, да-да-да. Так, свод, отлично, и камушки. Все, отлично. Осталось только скрафтить это. Да, научная машина нужна. Отлично, все. В принципе, миссия наша окончена, но... Мы обнаружили себя новое. Тут, короче, обитают твари разные, очень плохие. Тут мы, конечно, не исследуем, так что мы туда не пошли, чтобы просто полностью там все. В общем-то, вот такой огромный путь мы проделали, и я не хочу останавливаться на этом. Так что мы продолжаем. Так, кокон. Очень опасный кокон. Так, вот еще местность. Так, добудем еще, наверное, самородки. Да, думаю, ну, надо стоит уж возвращаться домой, короче. Да. Вот, собственно, я добежал до своего места, и в итоге приступаем к крафту, да. Ну, что-то научная машина, дудочка есть у нас. В принципе, все отлично. Давайте скрафтим, наверное. Отлично. У нас есть вот эта штукенция. Давайте, я не знаю, давайте поставим... Ну, куда? Давайте вот сюда... Я не знаю, давайте сюда поставим, подальше от огня. А что мы можем не скрафтить? Естественно, куча всего. Самородки. Фак. Не хватило немножко. Я мог себе топорик классно скрафтить. Блин, нам надо, кстати, булочку скрафтить, да? Я так понимаю. Или как она? Королевская лопата, молот, вилы, физер, пенсил. А, вот что нам нужно. Уголь. И гагатовое перо, только вот где мне его взять-то? Что ж, ну сегодня мы, наверное, отправимся, я не знаю, куда. В принципе, местность не исследована. Вот мы я хотел бы продолжить сюда идти, но я помню, что там тупик был уже. Но давайте, я не знаю, продолжим, что ли. Окей, собственно, я придумал, что сейчас мы будем делать. Пока что, пока день не закончился, да? Мы, наверное, пойдем вот сюдашеньки, чтобы вот это все полностью исследовать, чтобы вот этого пятна не было огромного прям. Чтобы было все исследовано. Хотя, я бы и сюда пошел направо куда-то, но я боюсь рисковать своей жизнью. В общем-то, я пробежал огромную местность, короче, вот тут, а выяснил, что ничего тут полезного нету. Абсолютно ноль. То есть, прям ноль. И, короче, сейчас мы пойдем вот это исследовать, наверное. Да. Короче.
Как видите, я обнаружил вот что. Огромную местность, да, кишащие очень-очень жутковатенько. О, каменные блоки. Воу! Воу! Знаете, мне что-то не нравится эта местность, и похоже, мы сваливаем отсюда. Причем очень быстро. Короче, выяснилось, что около меня живут очень-очень классные соседи. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. И тут до хрена пауков поселилось, прям до хренища. Короче, мы днем настигнем этим тварей их, и убьем их к чертям. А пока я скрафтил лопату и все. Короче, у меня еды практически нету. А, нет, есть что, я вру. Он что, затарился я едой, сейчас мы отхаваемся. По полностью. Вот, сойдет, да. Ох, черт возьми. Оу, это очень опасно. Короче, я знаю, что делать. Утром мы просто будем истреблять этих тварей и просто их... Ну, вы поняли. В общем-то, мы их будем сжигать. Хотя я думаю, что это не самая лучшая идея. Так, надо их, короче, задобрить. Но только ягодами. Ягоды как раз, кстати, выросли. Они довольно быстро вырастают. И, короче, мы сейчас всех их задобрим и пойдем нападать на пауков. Просто посмотреть, как они развелись тут. Раз, три, четыре. Короче, их до хренища просто развелось. Показалось, что кто-то хочет на меня напасть, но нет, показалось. И сейчас, короче, мы всех тут свинок. Воу. Ого. Это здорово? А что мы изучили? Я в английском не шарить. Короче. Так, твоя слишком близко, так. И... Ты посмотри. Просто посмотрите, они здоровые. Охренеть, ё-моё. Бежим! Чё, сжигаем их всех? Фух, я не знаю, что я буду делать. Ну давайте, мне это нравится. Let's go! Горите в аду, мрази. Просто горите. Ненавижу чертых пауков. Я знаю, что сгорит практически куча леса, но... Кто я такой? Я кто? Правильно, я крутой. Все, молчать. И эти твари, так понимаю, не сгорели? Нет, сгорели, смотри. Бежим! Пощадя! Ё-моё! Они за свою стаю борются. Во! Все отлично, супер! Главная тварь истреблена в нашем районе. Короче, в общем-то, я понял, что лучше со свинками селиться, да. Потому что это очень выгодно, на самом деле, потому что свиньи тебя могут защищать, ты их задобрят, короче, супер-тупер. Классно, да? Ты их тупо задобрил, да? А, это с научной машины открывается. Окей, короче, мы снова... Сейчас будем сжигать этих тварей. Я как же их ненавижу, честно. Горите в аду, мрази. Просто сгорите. О, да. Это то самое чувство, когда горят эти твари. Блин, все свиньи, все, пошли спать, черт возьми. Это очень плохо. Давайте скрафтим роскошный топор. Оу, е, бэйби. Оу, е. Это классно. Ого, смотри, чё. Это же классно. Wood fence, кстати, что это такое? Wood fence, что это? А что это? А, не знаю. А, я что, знаю? В общем-то, как-то так, да. Не знаю, зачем это сделал вообще. Просто так. Ах, новый день, новое сжигание. Что ж, пора бросить что-нибудь уже, да? Чтоб сгорело. Сброшу сюда... Весь ненужный хлам.
А именно, ловушка, бритва, все это не нужно. Надо, короче, скрафтить себе сундук, только вот как его скрафтить, только не понимаю. Компас, ловушка, свиной мешок, лечебная мазь, медовый бинт, спальник. Спальник, вот, вот о чем я тебе говорю, смеховой спальник, палатка. Что ж, сегодня мы, видимо, займемся собиранием палатки. Цена времени и сытости. Веревка, три веревки и три палки и паутина. А у нас сколько? Две. Ну что ж, время задобрить свинок. Свинки, 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 где же вы? Я эти... Вот когда я им даю вот это, да, то есть они идут. А когда я им ягодки даю, такой, не-не-не-не. Ладно, окей. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой, ой-ой, свинка, кажется, сдохнет сейчас. Кстати, свиней практически не осталось, да, я так понимаю? Свиней-то и нет практически, блин, блинский. Блин, походу, мы не избавимся от этих тварей. Нам надо срочно избавиться от них, они очень-очень-очень опасны. Фух! Это было довольно трудно. Фух, но мы наконец избавились от этих тварей, которые рядом с нами жили. И еще ты один остался, тварь. Такс. Вау! Вот это, кстати, опасная очень тварь, на самом деле. Так, пусть она уснет, да? Давай, мочи, 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 мочи. Окей, Ника. Фух, это было, черт возьми, опасно. Надо не давать размножаться этим тварям. Причем их тут до хрена было на самом-то деле. Но мы их, короче, всех истребили. Абсолютно всех. В нулину. Че? Ты еще один остался, тварь. Я же вас всех сжег. Вот что значит, блин. Мочи, 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 мочи. Фух, блинский. Мне очень, блин, интересно, сколько их еще осталось, блин, этих тварей, блин. Черт, это была очень плохая идея. Ай-яй-яй. О, черт, это была очень-очень плохая идея. Очень плохая. Ах, блинский. А, быстрее, быстрее, надо кушать все. Блин, блин, блинский. Так, у меня вообще бревно есть. Отлично. Согреваться. Блин, я не буду есть, наверное, это мясо, потому что оно очень-очень-очень плохое. Фух, ну, в принципе, мы избавились, как вы видите, избавились от всех этих тварей. Это было очень разумно делать, конечно. Ну, это весь я, короче. О, да, это было очень плохо. Прям, я не знаю, что вообще на меня повлекло такое, но это было очень плохо. Фух, ну, ради безопасности своей. Нам нужно другое что-то. Так. Браш. Нет, нет. Вот, собственно, палатка. Две палки и веревки. А с чего они крафтятся? Из травы. Блин, еще бы найти эти ветки. Ну, это, как вы понимаете, следующая серия. Что ж, с вами был Гантриус, да. Мы 12 дней уже выживаем. Что ж, увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока!